Но опять же, хороший, очень хороший матч. И команда соперника играла очень здорово сегодня. Ну, наши ребятки выстояли, вытерпели, забили голы. Ну, концовку, конечно, провалили. Ну, будем работать над этими моментами. Ну, а так, конечно, игра очень захватывающая. Держала до последних секунд. Вы видели, даже на последней секунде Виталий умудрился бросить штор ворот. Слава богу, что не попал. Ну, а так, хоккей красивый. И нашу команду с победой. Ось я хотів запитати вас, власне, про ці останні секунди. Як воно, як вдається вам уникнути інфарктного стану ось такі секунди? Ну, я за секунди говорити не буду. От у мене недавно спросили, ну так, на тебе смотриш, вроді би як ти не переживаєш. Я говорю, я не переживаю, я тільки з утра, коли розчесуюсь, я все білее і білее. Поэтому, ну что, мы стараемся ребятам подсказать, как играть на последних секундах. Но соперник же тоже, он выходит свои вопросы решать. Поэтому, ну, хорошо, что мы здорово сыграли на последних секундах. Как известно, аппетит приходит під час їжі. Ось что можете сказать сейчас, какие аппетиты у вашей команды, когда позаду уже суттєва частина чемпионата и когда ваша команда демонстрирует такие результаты? Ну, надо каждую игру играть. Каждую игру. Все соперники очень тяжелые. И с Вовками, и с Белым Барсом, и с Харьковом. С ними очень тяжело играть. Кременчук, Донбасс. Ну да, мы там сейчас на вершине, как бы с ними идем в тройке наверху. Но я говорю, каждая игра очень тяжелая. Мы стараемся на каждую игру настраиваться. Но пока эйфории никакой нет. Мы должны прибавлять от игры к игре. І останнє запитання, що сказав команді почесний президент після матчу? Я бачив, він зайшов до хлопців в роздягальню. Ні, тільки з побідою все.